Итак, привет, друзья. У меня возникла необходимость приобретения электронного ошейника. Подчеркиваю слово электронный, а не электрический, потому что это современный гаджет, это не садо-мазо оборудование, а именно современный гаджет в работе с собакой. Я остановил свой выбор, перечитав значительное количество литературы, пересмотрев много роликов. Вот на таком. Это GS670 дробь 20 дробь 1P. Почему именно выбрал я этот электронный ошейник, мы поговорим позже. А сейчас я хочу снять распаковку. То есть я снял сверху только тонкую пленку, которая была при транспортировке. До Валбериса. То есть как бы ссылочка будет в описании к ролику. И сейчас мы будем ее вскрывать. Я сам буду вскрывать ее вот первый раз. Прямо на ваших глазах. Давайте откроем этот электронный ошейник. Ну, такая достойная упаковка. Все на английском языке. Сделано в Китае. Защита IP67. Такой хороший, гладкий, твердый картон. То есть, я думаю, что повредиться здесь точно ничего не могло. Так, что мы здесь видим? Сразу видим талончик, который продавец положил сюда. Что у нас тут? Бонус на 100 рублей, билет номер один. Надо оставить отзыв на Валберис, 2-3 фото, скинуть скриншот. В ответ мы отправим инструкцию по дрессировке. То есть, видите, как сразу же будет идти дрессировка. Я хочу всем сразу сказать о том, что это осознанный выбор должен быть. Вы не можете одеть, вот приобрели сразу электронный ошейник, одели сразу на собаку и начали манипуляции какие-то. Ни в коем случае. То есть вы должны понимать, как вообще работать с этим ошейником. Так, ну и тут еще вот 100 рублей вам прилетит на номер телефона. Это замечательно. Вот этот билетик нам говорит о том, что, ну я предполагаю о том, что он был вскрыт уже продавцом, проверен. Ну вот положили этот билетик дополнительно. То есть, насколько я понимаю, что какая-то гарантия, проверка этого прибора уже состоялась. Я выбрал именно с двумя ошейниками. Да? А почему я сделал с двумя ошейниками, я тоже чуть позже объясню. Сейчас я открываю, я вижу регулируемый ошейник. Да? Сам вот приемник, скажем так. Он небольшого размера, и если регулируется у нас ошейник, я не знаю, еще регулируется он так или не регулируется, вот до такого размера. Шоколадка здесь лежит для того, чтобы вы понимали размер вообще этого ошейника. Ну, я думаю, что на Джек Рассел Терьера он подойдет, будет нормальный. Вот такой вот у нас приемник. Это кнопочка включения, это у нас зарядка, да, зарядка мини-USB, насколько я понимаю, два электрода, вот здесь тоже ошейник, вот здесь видите на клепках, обычно пропускается вот здесь вот сверху, но я выбрал еще один из вариантов, ну как бы в пользу моего выбора, это то, что здесь вот есть такая антипотеряшка, вот эта вот лампочка. Насколько я понимаю, когда ты, ну, где-то в темноте собака бегает у тебя, ты можешь ее подсветить. То есть ты можешь увидеть, насколько она где находится. Так, ну, все пока достойное, не скрипящее, такой хороший пластик. Все замечательно. Это у нас приемник-передатчик. Вот видите, здесь включается, насколько я понимаю, один ошейник, второй ошейник. Вы можете попеременно как бы работать с двумя собаками. Угу. Это антиблокировка. Это регулировка, о котором мы поговорим позже. Дальше что у нас идет здесь? Это, ну, насколько я понимаю, это для того, чтобы удобно было носить. Это вот такая вот веревочка. Хорошо, отлично. Ну, достойно, достойно. Пока я рад. Дальше идем. Здесь у нас, насколько я понимаю, это вот смотрите, видите, вот эти вот электроды можно поменять. Они откручиваются, закручиваются. Если у вас длинношерстная собака или короткошерстная собака, вы можете
поменять вот эти вот электродики и для длинношерстной собаки поставить вот более длинные. Это только проводящие, ну опять же, насколько я догадываюсь, это только проводящие силиконовые вставки, да, для того, чтобы, ну как бы, не сделать натертости на шее собаки. Вот именно вот можно одеть вот эти вот резиночки только проводящие, которые будут исполнять функцию проводки, скажем так, статического сигнала и будут, не будут, точнее, травмировать электроды шею вашей собаки. Супер, замечательно. Ну вот опять же, они разной длины здесь находятся. Разные длины. Вот еще есть еще дополнительные электроды. Но они такие же. Это проверка, то есть вы одеваете вот так вот, вот замыкаете контакты, и у вас лампочка должна загореться при нажатии, то есть вы проверяете, работает вообще эта тема или не работает. То есть это индикатор проверки работоспособности вашего электронного, повторюсь, ошейника. Так, это у нас зарядка идет. Зарядка одна на USB идет, вторая идет либо на оба ошейника. Ну-ка, здесь у нас что идет? Здесь у нас тоже идет мини-USB. Так. Да. Либо заряжаете одновременно, можете заряжать либо оба ошейника, либо один ошейник и приемник-передатчик. Так, это у нас идет инструкция по выбору зарядного вашего адаптера. Он у вас должен быть не более 5 ватт. То есть, ну, я думаю, что от телефона подойдет сюда очень хорошо. Так, ну и инструкция. Инструкция у нас идет только на английском языке. Ну да, вот она, видите, лампочка светится, это антипотеряшка. То есть вы можете подсветить свою собаку, увидеть, где она у вас находится. То есть, ну, все интуитивно понятно. Если кому-то прям сильно хочется перевести, я думаю, что проблем не составит никаких. В связи с тем, что у нас сейчас множество онлайн-переводчиков, вы прям своим телефоном можете все это дело перевести. Итак, достойная коробка, приличные ошейники, которые можно отрегулировать, очень хороший замочек, да, ну вы понимаете, что этот ошейник не предназначен для того, чтобы цеплять его на поводок, да, и водить собаку, он чисто для воздействия на собаку. Здесь есть какие уровни воздействия? У нас здесь есть уровень воздействие звуковым сигналом, вибрация, статистическое как бы воздействие на собаку, электронная подсветка антипотеряшки и очень важный момент – это регулировка. Ну, о работе ошейника мы поговорим в следующем ролике, пока я просто вам показал, как все это выглядит. Но выглядит это все достаточно достойно. Вот мы его включили. Вот такой вот у нас мониторчик. Все, следите за роликами, подписывайтесь на канал, все будет показано, рассказано, как работать с ним.